На повестке дня в саду освободить все емкости от воды, воду слить под деревья. Далее на повестке дня перетащить вот эту землю, перекидать вот эту землю. За лето не смогли ее израсходовать туда, где ее не хватает. Придется ее перекидывать вот сюда, сюда. Далее, что у нас по плану? Уборка территории. Уборка территории. Это убрать опавшие листья. Вот они. Дать им просохнуть. И потом сжечь. Вот, пока что такие планы. Виноград очень красивый. Девичий виноград. Красного цвета листики. Очень красивые фотографии получаются на фоне вот этой листвы. Ну, типа вот так вот. Вот так, раз. Турничок у нас оплетает виноград. Нравится ему. Вот. Ну, пока что так. Воду сольем до следующей весны. Потом бак освободить надо.